мальчишку Наурова Алексея Александровича и звали на войну 27 лет. У него к этому времени уже было четверо детей. Его сын направил в танковую школу, где он успешно обучился и стал механиком водителем танка КВ-1. Первый бой прошел по Сталинграду, где он получил боевое крещение. У него был мощный танк, но однажды вражеский снаряд в прямом попадании снес многотонную башню машины, погиб весь экипаж, а мой дед был сильно контужен, но остался жив. Полежав в госпитале 2 месяца, он сбежал на повод машине в свою часть, воевать за Родину. За время войны 89 танков освобождал Харьков, часто поехал на Курск-Тыге, где опять был серьезно ранен. Парадит был удостоен чести участвовать в параде победы на Красной площади. На своей боевой машине он направился в Москву, была часть направлена на войну с Японией. Дед вернулся с войны только в сентябре 1946 году, званый гвардии старшина. За мужество он был награжден 3 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени и 6 медалями. Он прожил 75 лет, родил и воспитал 11 детей. Дед был героем на войне и в жизни. Я горжусь им.